страшно об этом думать, но тут будет, наверное, не перемирие, а я боюсь, что может случиться еще более что-то страшное, и тогда, может быть, наша власть что-то сделает с этим, потому что и так уже хуже некуда. Ну, наверное, нужен окончательный удар какой-то, но страшно. Мне вообще дико больно за это родные люди. Я вообще для себя никак не разделяю бывший Советский Союз, я в нем родилась и выросла. Поэтому это вообще какая-то беда, и откуда берутся эти люди, которые устраивают войну, зачем эти политические игры, мне непонятно.